Друзья, всем привет! Сегодня 13 сентября, понедельник. И после вчерашних покатушек на реке Кубань на лодочке с Лехой, с Христом, я решил сгонять на рыбалку. Уже подъезжаю, в принципе, тут осталось немножечко. Буду разбрасываться, раскидываться, осталось в ночь. Я думаю, что-то будет интересно, все-таки уже сентябрь. Значит, рыба должна клевать. Ну а что получится, что будет, друзья? Вперед на рыбалку! Макушатник клюнул, карасик. Как давно я тебя жду. Блин, уже месяца три. Все, друзья, рыбалочка началась. Можно доставать садочек. Ну, хороший такой, добрый карасик. Грамм 300, наверное, будет. Шикарно. Все, поехали, что ли? Thank you.
короче, почти все поделал. Ну, еще не совсем. Еще одна снасть в багажнике лежит. Что-то я такой забегался немножко. Хотел передохнуть, пивка попить. А то оно нагреется, если его долго держать. Что его держать? О! У нас опять поклевка стоит. Вы слышите? Или это один я слышу? Что-то было. Думаю, не будем трогать, может повториться. Так что пришлось даже сегодня искупаться. Но ничего, в этом году я не купался, залез по пояс. Я не люблю такие купания в такой воде, но, блин, ну было жалко. Только купил снасть, и такой казус произошел, пришлось залазить и цеплять. И у меня его больше нет. Что-то я тупанул. О, опять. Друзья, сейчас, наверное, что-то будет. Что-то есть. Я думаю, карась. Либо подрещит, либо карась. Блин, а подсак я так до сих пор не достал. Ну, что-то покрупнее, мне кажется. Точнее, так кажется. Покажи. Подлещик. Веселый такой подлец. Шикарный. Я ему рад. Дружище, я очень рад, что ты нас посетил. Тихо, 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 тихо. На червя взял, кстати. На мясо потянуло. Успокойся. Ну. На червя взял. Вот такой же. Ну, тоже грамм под 300, наверное, будет. Хороший подлещик такой. Ну, что, пошли в копилку. Карася и одного подлещика. Шикарно сидим, вообще супер классно. Конечно, рыбалка — это не работа. Я рад за себя, а у меня еще впереди вся ночь. Я думаю, за ночь кто-то до нас более крупный посетит. Так что, друзья, остаемся на канале, никуда никто не уходит. Я думаю, будет чем похвастаться. Опять поклевка. Что-то где-то опять пискнуло. Подождем. Подсак не достал, надо достать подсак.
по-любому. Маленький. Пусть растет. Гуляй. Зови бабушку, дедушку. Кто у меня тут на ухе сидит, а? Я еще только подразумеваю, что это богомол, а там не знаю. Возьмем или откусим, или потом откусим. Давайте пока мы его возьмем.